В РФ заявили о давлении на выборах главы Интерпола. В Кремле прокомментировали обращение сенаторов к Трампу с призывом выступить против кандидатуры россиянина на пост главы организации. Кремль расценивает как вмешательство в выборы обращение американских сенаторов к президенту США Дональду Трампу и членам Генассамблеи Интерпола с призывом выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на выборах главы организации. Об этом во вторник, 20 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс. Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. Выборы международной организации, сказал он. А как это еще оценить? Задал он риторический вопрос, добавив, что это наглядное проявление вмешательства. На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков сказал, да, конечно. Как известно, выборы нового главы Интерпола должны пройти 21 ноября. Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев рассмотрит вопрос о приостановлении членства в организации, в случае избрания президентом Интерпола представителя России. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.